Короче, это главная страна. У нас всех стран главная тоже. Сколько этот день занимается, именно законы нам делают, чтобы мы дужили мир навсегда. Владимир Путин. А что он делает? Президент нашей страны. А что делает президент нашей страны? Он, можно даже сказать, управляет страной. А как он управляет страной? Он самый главный. Но ему письма пишут всякие там. Он их читает, а потом делает все, что надо, чтобы жить. Там садики дает, там всякие справки, школу, много чего делает. Президент – это главный одной стороны человек. А какой наш президент, расскажи? Александр Сергеевич Путин. А что он делает? Ну, пишет сказки. Это который управляет людьми и кто управляет землей. Президент очень строгий в школе. Он делает, он все соглашает или не соглашает. Можно что-то делать или нет. Но он еще подписывает договоры. А дальше я не знаю. Путин. А расскажи, какой он? Так, ну, такой он. Лысый и еще. Президент Путин, он управляет всей страной. У него есть много-много помощников. У него же нет целой камеры, он же не успевает. У него есть помощники, какие ездят по всей стране. Ну, он говорит, что надо нашей армии делать. Это самый главный, он управляет нашей страной. Сейчас президенты вредничают друг другу.